Что интересно, что вот этот упругий элемент, он интересно. Ну, коллеги, добрый день. Вот буквально в течение 3 минут, в этом месте начнется лекция небольшая. Мы будем рассказывать про свой опыт, разработки данных образовательных приложений. Всем, кому интересно, всех, кто связан с образовательной сферой, с образованием, с обучением детей, с созданием мобильных приложений. Приходите мне сюда, на стенд Ассоциации инновационных регионов России. Я вас всех жду, кто ли еще есть, приходите, делаем вечеринку. Когда народ подтягивается, давайте, может быть, я начну немножко рассказывать о себе, кто я такой, кто мы такие, зачем мы вообще сюда пришли. Ну, во-первых, хочется сказать огромное спасибо Ассоциации инновационных регионов России за возможность нам присутствовать здесь, выступать на этом замечательном мероприятии, рассказывать о себе. Итак, мы, компания «Виспирарс», занимаемся разработкой мобильных образовательных приложений. Делаем это уже достаточно давно, и мы увидим, что это вообще не будет. Продолжение следует...
проверить гипотезу рабочую, это же нерабочая, тоже занимает огромное количество ресурсов. Вот, в связи с этим такой подход был доступен только группе игроков.